Три дня назад в компанию обратился Сергей, просил подобрать Renault Fluence, либо другой большой седан, чтобы туда комфортно могли поместиться он с супругой, дети, ну и могли путешествовать на дальней дистанции. Нужен был большой багажник, чтобы все детские вещи разместились. Хотел подобрать машину не старше 2009 года выпуска. Договорились, что машина не будет желтого, не будет белого цвета. Самые, скажем, популярные цвета у юридических лиц. Комплектация по пожеланиям Сергея была это кондиционер. Электростеклоподъемников достаточно было двух штук, только передних. Ну, механика удалось подобрать буквально в тот же день. Автомобиль Renault Fluence 2010 года выпуска. От одного собственника, полностью обслуженного официального дилера. Каждый год человек заезжал на сервис по два раза. Один раз менял масло и один раз проходил техобслуживание плана. Делал абсолютно все с автомобилем, что рекомендовали, то есть вплоть до того, чтобы поменять щетки стеклоочистителя. Машина с пробегом 24 906 километров в одних руках. Последнее ТО было пройдено буквально несколько недель назад, в марте месяце. Машина в богатой комплектации, скажем, в более богатой, чем заказывалось изначально. Это не максимальная комплектация для Renault Fluence, но здесь есть все электростеклоподъемники, двухзонный климат-контроль, управление магнитолой на подрулевом лепестке, рулевое колесо отделано кожей, датчик света, датчик дождя, поясничный упор водителя. Самое главное достоинство этого автомобиля то, что действительно практически новый. Вот мы сейчас сидим с Сергеем в автомобиле, разговариваем. Сергей, машина практически новая. Я сижу и понимаю, что я сейчас сяду в свой старый автомобиль, а оставляю Сергею его новый. Искренне поздравляю. Спасибо большое. Я действительно доволен, что так быстро подобрали. И не верится до сих пор, что с таким пробегом найти реально автомобиль с БУ, то есть, ну просто супер, правда, действительно, спасибо большое. Все, поздравляем. Спасибо.